Всем привет, кто тут подглядывает меня на этом ютубе. В общем, радость, у меня полные штаны. Поставил я панель, щиток собрал. Спасибо дяде Витали. Электрик от Бога. Все мне подсоединил, все рассказал, все объяснил. Короче, можно сказать, что подсоединял мне он ее. Я лишь только прикручивал гаечки, болтички. И все. Все работает. Все нормально. Вот эта херня. Вот так она теперь выглядит у меня. А? Нормально же? Короче, ништяк. И у меня не подсоединен давление масла. Он у меня механический. Вон там лежит. Это я потом доделаю все. Вот. Здесь я буду себе ставить тройник. И в один выход буду грибок ставить на электрический датчик. А другой выход на механический. Потому что все равно прибор остался, как вот этот. И на него повешу. Будет у меня и механический, и электрический. Можно будет смотреть, кто из них брешет больше. Так вот.